и следующее сразу же прошло меньше секунды с момента предыдущей нашей записи. Опять какой-то бредовый гамбит. Я уже отвык от них. Да и 4, конечно, ход редкостного идиотизма. Теперь ученых, видимо, неплохо стало. О боже. Куда? Куда? Что, зачем ты, брат, что ты делаешь? Тихо. О боже. Все идет по плану, блядь. Что ты делаешь? По плану. Все, видишь, пешку выиграли. Хуй пешку от фигуры не хватает. За скрытую линию аж. По которой нам дадут мат. Солнце 4, ладья H7, это просто уже мат был. Я не знаю, что зеваю вилку, но в этой позиции ходов уже не было. Я просто, не глядя, набрасываю фигуры в надежде на чудо. Все, мои, а, еще не мои. Нет, слава богу. Жалко. Ну, конь С2. Зачем? Бей на Е3. Отлично, у нас много времени. Мы выиграем эту партию. Выиграем. И твои, ты меня обманул. Не тво, еще не твои ходы. Да бей. Еще у меня целый один ход. Че толку? Все, так я бы тогда не играл бы такую тупость. Давай, добивай. Да, что ты делаешь? Чего? Нет. Вот я F8, пойди уже наконец. Так, у нас 4 секунды, не паникуй. Все, король H8. Да шах тебе. А, точно. О, нет. Ладно, неважно. Что это за партия? Знаешь, это тяжело играть в TeamViewer. Вот концовка смотрелась очень забавно. Зрители, они будут, понимаешь, они будут смотреть именно то, как, ну, мой экран, а не твой. Почему ты хочешь найти с ними играть? Это, кстати, классно, что они будут твой экран видеть. Так. Нам все время везло, заметил? Так, давай еще минут 10, и, наверное, хватит совсем. Интересно, нас там в группе за это не пошлют никуда. Я, кстати, на 200 пунктов рейтинг поднялся. А вам слабо через TeamViewer 10 ходовки пулю поднимать? Так. Конь C3, ладно, так тоже. Ничего, конь C3, да пойдешь ты конь C3. Ладно, все не важно, ты опять все зевнул. 4 хода надо сделать еще, быстрее, любые. Спокойненько, любые ходы, вот это очень важно, что делать любые ходы. Нет, не такие любые. Так, и компенсация. Компенсация. Зачем ты пошел тут? Я тоже люблю так делать. Сначала всю зиму говорю, да, компенсация. Да почему не связать? Надо было связать. Ладно, эта партия стремительно превращается в камбэк. В неочередном порядке. Потому что иначе это абсолютно бессмысленно. Мои ходы. Нет, твои в следующей партии. Ты веришь в спасение? Да. Тут лишний ферзь и фигура. Какое тут спасение? Да. Ну, тебе нельзя менять ладьи. Ладья по 4, да ладья по 4, по-моему, господи. Так. Да, он быстрее играет, черт. Аж иногда попадаются эти, которые тупят, иногда будем такого был шанс. Смотри, король убежал. Давай, давай, выйдите интернет. Специально не спешку. Пожалуйста. Слушай, может пат нарисуется? Ну красиво. Нет. Зачем ты отдал весь материал? Почему именно весь? Ты отдал просто фигся. А слушай, это опять же тот чувак?
Да, кстати. Как мы могли ему проиграть? Он уже привык, что он проигрывает сухую. Что это? Все, мои ходы. Я же ничего плохого не сделал. Да, ты собрался коня на D4 ставить, я видел. Как у тебя это проламывать? Похоже на панцирь черепахи. Е4. Что делать? Как? Я вообще не вижу ни одного хода. Нам надо как-то туда фигуры перекинуть. Ну ферзь А6. Ферзь А6, Никита. И все, уж самый главный ход. Мои ходы, господи, я забыл. Да мы F2 бей! И мат F1. Да все, все, спокойненько. Я все вижу. Видишь, какие-то опять всю грязь я делаю. А. Сколько можно. Так. Играй. Как бы тебе сказать? Ну я... Установка дебюта оставляет... вопросы просто себе. Ну что, теперь бы ты уже пошел бы, раз так хотел. Хорошо. И со второй попытки. Ладно, еще два хода. Еще два хода этих мучений, и все будет нормально. Сейчас коня. Нет, все, он накрыл нас. Все, ходи. Ну, как бы тебе сказать. Конь C2. Вот и все. А знаешь почему? Потому что грамотный поставленный дебют. Да, именно поэтому ты прав. В следующий раз против какого-нибудь семисотника так и сыграю. Тихо. А вот не задача, так конь не может на пешку встать. Не удалось. Ты D5 просто всегда не глядя проводит. Все, мои ходы хватит зевать, что нельзя. Я все видел. Я все хочу мат легали поставить. Ты не отвертишься. Ты говорит, D5 проводишь, не глядя на доску. D6, D6, коварно. Ой, здорово. Это даже я видел. Твои ходы. Отлично. Слон D5 как-то... Да слон висит. Сейчас он какой-то тупой ладья 8 сыграешь, ты съешь материал. Нет, не съешь. Ладно. Все, прячь, отличный ход. Не зевни, не зевни, не зевни, не зевни, не зевни, не зевнул. Ладно, ладья D2 нормально. Только я уже искал D2. Коня на E4, надо все фигуры включать. Блин, включил. Я хотел обратно ее поставить. Даже 5, ну блин, это же твои любимые ходы. Конь, да, все, отлично, отлично. Мои ходы. Почему ты не побил ладью? Мои ходы. Почему ты не... Потому что сейчас мы все ладьи свои из-под боя уберем, а его все равно... Извини, Питер. Как интересно играть в шахматы. Так, все, поехали. О боже. Гамбит Шерлока. Кстати, отличная компенсация. Нет, она уже испортилась после крайне странного хода. Зачем туда кировать? Мои... Вот что мне тебе делать, королев? Сюда прятать? Да ладно, Михит, ну, я считаю, отличный гамбит. Почему я вообще сразу не взял, мне интересно? Да F5, ходи. Конь H4, конь H5, иди. Он думает о чем-то. О боже. Гениальный ход! Это шедевр!
Зачем? О нет! Ты мёртвый. Это просто... Мат. Нет мат. Нету мата. Давай, 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 ты спасешь эту позицию. Ты мне говоришь. Я себе говорю. Да ты F6, пойди. Давай, 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 давай. Да, да, да. Пешки, пешки, не все потерять. Yes! Yes! Господи, такой маразм. Да хватит королем. Тихо. Только я могу так играть. Да зачем ты его... А, мне показалось, что он D7 отпустил. Я его на D7 отпустил, посмотри на дацию. А почему он на D8 встал? Не знаю. Что ты делаешь? Я что-то думал. Я что-то думал, что там как сверху все связано. Так, ну все, это точно последняя партия, надо спать тебе. Да, пожалуйста, судя по качеству ходу. О, какой удар еще. Почему не конем? Надо было конем брать. Чудовищный буфонище. На этом, к сожалению, компенсация заканчивается. Матом в пару ходов. О, ну давай. Ну чё, там нет мат? А, так, король даже 5 выиграет. Ой, блин. Так, если я поменяю ферзей, то будет всего... другого варианта нет все равно. А чё, на e6 нельзя было? А, там сразу ладья или два. Нельзя, ну. Хорошо, я ушёл, давай. Давай, ты скосишь ему флаг. Да я поиграю. Значит, выиграй? Да. Да что ж такое, 6 секунд он успеет. Ладно, ничью, надо держать ничью. Держи ничью. Давай, чип встал туда. Давай, ты успеешь дотянуться. Нет! Почему я не отошел на... Да. Всем спасибо за внимание.